Ну что ж, 12 глава «Логово желаний». Привет, привет всем, кто только пришел. И погнали. С возвращением, Маджима-тян. Сагава. Маленькая птичка прошептала мне, что ты вышел погулять вне Сунтумбори на пару минут. Ты заставил меня побеспокоиться, тигр. Я подумал, что кто-то тебя уже хлопнул, и я найду тебя на дне реки, понимаешь? Я был в тюрьме, чтобы встретиться с Нишитани. Че? Ты проделал... Тот еще путь до тюрьмы, ты прямо самоотверженный, мальчик, в Сунтумбори. Не твой задний двор. Это твоя клетка. Твоя клетка. Когда ты покидаешь отель, ты говоришь об этом на стойке регистрации. Как ты, блядь, посмел покинул клетку, не сказав ни слова, а? Так, куда ты собрался, что был в такой спешке, а? Естественно, прийти сообщить тебе все. Чё, правда? Ну, это хорошо. Потому что если мне пришлось бы убить тебя в подобном месте, разбило бы мне сердце. Подумай о бедной уборщице. Верхюмен, да, правда. Де, Ништани не отта ってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。Итак, полагаю, если ты встретился с Нишитани, то ты все узнал о него. Местоположение Макото Макимура. Да, типа того. Макото убат ていた白いスーツの男は Я также узнал, что парень в белом костюме не имеет ничего общего с Ништани. Новый парень Макото из консорциума с Никкёй, сэра. Никкёрен. Консорциум Никкёй. Даймо га кокуситорун на. Тоужоукай но чоккей сошики. Они не светят, как какому клану принадлежат, но они в команде тот же. Клан тот же? То же, что и Шимано, значит. Ништани я тотта но Тоужоукай я. Доужима гуми но ниньен ятта. Ништани тоже платил клан тот же. Кто-то из семьи Дожима. Я... 登場会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか Итак, значит, есть три разные фракции из клана Тоджо, которые охотятся за Макимура Макото. この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか И ты все это узнал у Нишитани. Се. Да. 西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ А Нишитани? Нелегкий орешек, который можно вот так взять и разбить. Тебе действительно пришлось те еще сраные пытки использовать против него, да? Что ты сделал? Ну, это и то. Да. Тоужоукай кара моте-моте на Макото-чан ва има дого ни иру, да? Итак, значит, мы знаем, что Макото-тян очень популярна среди всех мальчиков. В тот же. И где она сейчас? Какая-то старая мища, что место, что называется на роще Камелии в гостинице Бентон. А именно там и скрывается консорциум Никёй.
Роща камелии. Опасное место. Надо отдать должное этим джентльменам из Никёй. У них хороший вкус. Что ты имеешь в виду именно? Соря, омай, Макимура Макото митэйна оннаноко га найте арыйтэтэмо ивакэнэ карна, Цубакиэнва. Такая девушка, как Макимура Макото, которая шарахается и отовсё и плачет, рыдает, не будет особо пользоваться популярностью в роще. А? Че? Итэмирэвагарте. Все увидишь, когда мы доберемся до туда. Ну что ж, давай двигаться. Да? А? Ну я, он там. Ты что, тоже пойдешь, что ли? Ину штурде сампони касеру кайнушига ирука? Ине даро? Омайга соутэнбори кара деру токи я оремо иссё нано. А ты видел, как много людей отправляет своих собак гулять самих по себе? Блять, нет, верно? Если ты покидаешь Сантамбори, то я буду держать поводок. Понял? Блин, а было бы круто, если собаки могли бы выгуливать сами себя. Это столько времени экономило бы. Так, ну, погнали, чё. Хорошо, мы отправляемся в рощи. Они будут ждать компанию. Идти там, подготовленный через жопу, ты будешь трупом. Ты готов? Готов. Они выгулятся, ты не пробовал? Знаешь, мою собаку, если отпустить, то она фиг что вернется к тебе, пока не устанет. А тут, если выпускать собак самих по себе, если они еще любят бросаться на других, это может быть проблемой. Я готов. Веди. Уже. Яркий жанега. Кондокосо урео сицбоу сасенайте курео. Вижу, кто-то полон страстного желания. Постарайся не разочаровать меня в этот раз. Понял, Майджи Матян? Хорошо. Что скажешь, красавчик? Пришло время немного повеселиться. Я сделал тебе особую цену. Извини, бабуля. Мы здесь специально ради одной девушки. Чё дразните? Куда вы направляетесь? Прямо туда. Гостиница Бентэй. Макото там? Если, конечно, то, что сказал Ништани, правда. Я иду, Макото. Ну, район полностью оправдывает свое имя. Описание. Самое грустное, что действительно существует такая вещь. Дочкарик.
Ладно. Какую сторону сперва? Мазрокосина ясозе. Орева хидари. Мазима-чан ва миги. Втате ни вакарете онна сагасу. Давай и быстро покончим с этим. Мы разделимся. И найдем девушку. Я возьму лево. Ты пойдешь направо, Мазима-чан. Сангахан хитурде дайжоу нанга? Это уверен. Грустно. Грустно, потому что там, скажем так, против воли некоторых продают. Не беспокойся ты от меня. Я убью любого на месте. Просто и смирно. Будь ли это... эти каких... жлобы сэра, жлобы Никёй, сэра сам или Макото Мэкимура, вряд ли это имеет значение. Дразнит, сволочь. Посмотри, что у тебя пули не закончились. Маджима Горо-сан, ですね. Маджима Горо-сан, я полагаю. И что с того? У президента сэра нет желания требовать вашу жизнь или претендовать на вашу жизнь. Пожалуйста, взгляните на ситуацию и бросьте это дело, пока вы в хорошей милости не у клана Тоджо. И насколько хороша может быть эта милость? Пожалуйста, будьте рациональны. Если вы настаиваете на дальнейшем продолжении ваших действий, то боюсь, что мы не можем позволить вам остаться в живых. У меня такое чувство, как будто ты прячешь действительно нечто очень вкусненькое тут. Ну, теперь мне стало чертовски любопытно. Мы должны понять это как отказ? Совершенно верно, я отказываюсь. Теперь хватит разговаривать и давайте Макото же. Я отклоняю ваши добрые, щедрые предложения. Не сдерживайтесь против него. И он должен знать, что Никёй нельзя переходить дорогу. Бля, скоро все поймешь. Когда доберемся до кульминации, скажем так. Ну, как бы да, параллельно происходит, по сути. Там будут моменты, которые будут происходить то вперед, то назад, но более-менее параллельно. Hey!
Блин, чё ты его не спросил? Просрал всё. Ножами решил побросаться. Ну, скажем так, как бы я вот проходя по сути второй раз, я могу сказать точно, какие, ну, более-менее точно, где какие события происходят. Я понимаю, что сейчас скиллы происходят. Ну и вам тоже станет более-менее понятно, когда по сути пути пересекутся, как бы тогда более-менее уже. Let's go.
Пошел. Так, что происходит в этом заведении? Ладно, нам лучше не знать, как это, окей. Это район удовольствия. Тут любой может найти себе удовольствие. Да, да, все логично, как бы, да. Ну это традиции, все дела, как бы. Ой, а тут их больше. Тут реально красиво. Странно, что в этом большом пространстве ничего не было. Гадхэнд вспомнился. Ну так тоже битамон. Я его так и не прошел. Надо как-нибудь взяться и пройти когда-нибудь его. Не сказать, что я вообще играл много в него. Я его включал на пару минут и все. На эмуляторе. Что-то не зашло тогда. Хотя учитывая, что эмулятор выдавал 20 FPS в то время. Не работал. Да не, он начал работать там с какой-то версией. Но вот выдавал, блин, 25, там 20 FPS примерно вылетал.
только в хардверном, по-моему. Я не помню, это было очень давно и неправда. Но финалку 10 я в свое время прошел. С проседаниями до 10 FPS аж. Который не работал. А, и над тобой ржали. Но этого я уже, к сожалению, достал, по-моему. Опа. Слышь ты, чел. Блин, ломает защиту как печенье. Ай, больно. Кстати, а чья игра, Ниггер? Кто там издатель там и разработчик? Потому что если Sony издатель, то есть все вероятность получить ремейк в следующем году. Там у них сейчас после Колоссов идет ремейк чего-то там, непонятно. Но чего-то знаменитого. Так что если это их нет, то вполне может быть. Капком? А, ну тогда окей. Тогда вряд ли. Да, Капком когда-то. Сколько классных игр выпускали. Хотя и сейчас он новый Monster Hunter. Итак, а вот и босс, и финальная часть главы. Скорее всего. Сэра! Сэра! Никкёрен у айте ни коко маде тадори цуку то ва. Сасуга шима но гуми де нарашита отоку да. Впечатляющая работа. Которая заключается в том, что ты зашел так далеко против консорциума. Я теперь понимаю, почему ты один из фаворитов. У Шимана. Макото. Макото. Макимура Макото адугу. Где Макото Макимура? Канузи ва сакиходо ару ниген ни таксаре коко о дета. Я отдал ее на попечение коллеги. Она только что отправилась. Но... Ты что? Нет. Ару нинген де дарен. Кто этот коллега? Со асеруна. Соре а хана кара омай ни цитаю. Не нужно нервничать. Я собираюсь сказать тебе. А? Что?
Поверь мне, я не твой враг. Твоя тошнотворная клоунада против меня — забавный способ это показать. Я прошу прощения за то, что был таким грубым. Но мне нужно было понять степень твоей решимости. Вашей решимости. Вы знаете, что консорциум Никё не единственная группа, заинтересованная в Макото Макимура. Большинство из них работает так же. Да, работают так, как я и ожидал от них, за исключением одного исключения. И это, ну, собственно, ты, Маджима. 3 года назад без следа исчез человек семьи Шимано. И теперь он появился в Сонтомборе. Кроме того, почему ты причастен к делу с Макото Макимура? Сагава, альянс Аоми, заставил тебя предпринять шаг касательно нее. Все довольно легко собрать вместе. Однако вот после всего этого становится все мрачнее. Зачем потом предавать Сагаву и помогать девушке? Зная, сколько она стоит, ты пытаешься заработать на ней? Да в жопу стоимость Макото. Я не... Именно, ты не знаешь, сколько ее стоимости. Поэтому почему ты рискуешь своей жизнью-то? Ано онна не хорета тте кото га? Масака да. Ты же не влюбился в нее? Конечно же, нет. Омай га оре но нани о шиттонне? Оре га хито таскетара аканну га? Черт возьми, что ты вообще обо мне можешь знать-то? Мне что, нужна какая-то особая причина, чтобы кому-то помочь? Не нужно быть таким оборонительным. Какова не была бы причина, ваше желание сохранить ей безопасность, ясно, я не собираюсь очернять это желание. Да, има. Тожокай но мирай о сайю сру джуйо на джитай да. Сюда не огу на чиму нагаретер. Но сейчас мы стоим на перепутье будущего клана Тодзю. Слишком много крови уже было пролито. Можемо намаханка на хиро кидори де куби о цуккундеру нара укеиле гатай. Омае но какуго о шитте оку хицио га атте на. Если вы планируете ворваться в этом затруднительном положении, из-за какой-то полуиспеченной этой хрени причины,
чтобы быть ее героем. Я не могу стоять без дела и смотреть. Отсюда необходимость проверить вашу решимость. Дэн, настоящий цивилизованный способ, чтобы это сделать. Ну и так. Сколько баллов я заработал в твоем маленьком тесте ты? Я всегда очень осторожный тип, понимаешь? Никогда не могу доверять результату, пока я не проверю его своими собственными руками. Мажима, если ты готов защитить Макото своей собственной жизнью, докажи это, победив меня. Потом ты мне скажешь, где она? Да. Ну, обещаю. Меня бесит тот факт, что я должен играть по твоим правилам. Ну, я говорю кулаками быстрее, чем ртом. Ладно, вперед. Эх, вы бы знали, кто этот человек еще. Хотя те, кто... Ладно. Кстати, да, я только сейчас заметил. Yeah.
Готов. Доя. Ну? Манзука. Удовлетворен? Очень. Ваша решимость сохранить Макимура Макото безопасность болезненно ясна, тягостно ясна. Тогда начинай говорить. Кому ты передал Макото? Он агент по недвижимости. По недвижимости? Какого черта парню по недвижимости она нужна? Или забрал ее? Макимура Макото тоти но союзай наттейтанда. Без ее ведома Макимура Макото был завещен кусочек земли. Соно хитоцубо де 10億 то иварэру кара но хитоцубо но на. И эти 3 квадратных метра стоят миллиард йен. Пустой участок на 2 из 1 10億 Тьфу, стоит миллиард йен, да. Миллиард за 3 квадратных метра? На какой черт возьми планете ты? И это в городе, который тебе очень хорошо знаком. Камурочо? Макото Камурочо. То есть они взяли ее в. Взяли Макото в Камурочо? Има карано хитоцубо дарега тени ирелка де тожокай га укику юретейру. Да, и прямо сейчас будущее клана Тозио зависит от того, кто приобретет эту землю. Тотино джиогу нантена мезаки но кане ни сугинай. Карано хитоцубо ва Камурочо но сайкайхацу ни каранде 莫大な 金と権力をもたらす鍵なんだ. Миллиард за то, чтобы купить это мелочь по сравнению с планом, который является ключом к проекту перестройки Камурочи. Деньги и власть, что на кону, просто неизмеримы. それで極道が非力な女から 力づくで土地取り上げようとしてるっちゅうことがちょっと留守にしてる間に登場会も落ちたもんやな. Значит, нужно армии якутс, чтобы вырвать это из рук слепой девушкой силой. Клан тот же действительно погряз в дерьме с тех пор, как я ушел оттуда. Пошел на дно даже. Пожалуйста, поверь мне. Я абсолютно точно не собираюсь позволять кому-либо навредить этой девушке. Для тебя-то хорошо. Пока ты пытаешься тут играть хорошего, а другие парни там просто... горят. Уже стали дыбом волосы на шарах из-за того, что кое-кто загорелся в машине от бомбы. Сеяно не фудоса я не отошли от того. Макото убатте куре ютерю на муянайга. И теперь ты хочешь сказать, что мне как что какие-то чуваки по недвижимости взяли ее? А почему бы не отправить официальное приглашение, где было сказано: приди, возьми ее. В цуну фудосан я туа ваке га чигау. Карера но те не мамураре те иру чуа анзен да.
именно эта фирма довольно необычная. До тех пор, пока Макото под их опекой, она будет в безопасности. И что, черт возьми, какие-то чуваки по недвижимости могут сделать, чтобы защитить ее? Давай мне адрес и имя. И что ты намерен сделать с ними? Тащить свою задницу до Камурочи, очевидно же. Даже если это только подвергнет ее еще большей опасности. Откуда ты знаешь? Как ты это понял? Если ты считаешь, что твоя компашка позволит тебе отправиться в Камурочи в одиночку, ты ошибаешься. Сагава? Он попытается убить Макимуру Макото любым способом. Если ты пойдешь к Камурочи, смерть последует за тобой. Если ты действительно действуешь из заботы о ней, разве остаться в Сонтумборе? Чтобы служить в кандалах Сагавы, не имел бы приоритет свой. У тебя есть какие-нибудь гарантии, что эти придурки с недвижимостью смог защитить ее? Зачем? Если ты не можешь мне довериться, целься и убей меня. Визитная карточка агента по недвижимости в моем нагрудном кармане. Сможешь взять его с моего трупа. Я сказал тебе, что я знаю, потому что я доверяю тебе. Но теперь мне нужно знать, если это взаимно. Камурочи. Если на Макото хотя бы одна царапина, я затащу тебя в ад. Я защищу ее ценой своей жизни. Ты оставайся в Сонтумборе. И держи Сагаву. Болтлив для вора. Ты лишил его оружия, чтобы я смог броситься и убить его. Вот она. Вот она, командная работа. Вот. Новый агент по недвижимости Макото Макимуры. Хватит хмуриться. Ты же хочешь знать, верно? Тачибана Фудоусан. Недвижимость Тачибана. Кирю Казума. Полагаю, пришло время выпустить тебя из клетки, да, Маджиматян? Че? Ну говорю, что ж, Сонтумбори больше не держит тебя на поводку. Подводке. Ты в деле? Верно, да, еще в Камурочи. Ты мне позволишь? Ну уже. А какой другой выбор у нас есть, кроме как направиться в Камурочи и выследить Макото? Мы уже так далеко зашли. Мы пойдем до самых врат ада, чтобы найти эту сучку и закончить это. Только ты и я, тигр. Лямов. Хорош.
Ну что ж, на этом, собственно, все, продолжение следует.